с вами Формула Хип-Хопа. Сегодня пятница, 13-е, полнолуние. Мы находимся в клубе ДК. И сегодня с нами DCL, AK или Трюк. Привет, Кирилл. Всем привет. Ты уже не в первый раз в Рязани. Да. Расскажи, как тебе рязанская публика? Ну, вообще, сама Рязань достаточно такой креативный городок, вот, то есть, ну, так, периодически я погулял чуть-чуть сегодня, там мелькают, значит, такие арт-фишки всякие, вот, то есть, ну, народ молодой, креативный, в общем, как бы, я так понимаю, здесь все развивается, и там и хип-хоп, и там, не знаю, там тату, и граффити, и как бы, то есть идет движение такое плотное, да. Креативное. Вот, соответственно, это радует. Ну, не успел еще с рязанским хип-хопом ознакомиться? Ну, я на самом деле хип-хоп в последнее время не очень люблю и не слушаю практически. Вот, потому что, ну, вы видели, у меня на концерте мало рэперов вообще тусуется, как бы. У меня не совсем рэп-концерт. В основном тусуются, ну, все старички, короче, кто уже вот. Кто уже подрост, там, ну, то есть это, у каждого свое дело, свой бизнес, там, в общем, и на мои концерты люди приходят там. Ностальгировать, вспомнить молодость, в общем, как бы повстречать людей, которых они давно не видели и так далее. Вот. Мой рэп и мою музыку рэперы не понимают молодые, вот, потому что, видимо, у них ценности немножко другие в силу возраста. Ну это да. Вот. Поэтому я как бы работаю в этом стиле, но не для тех, кто в этом стиле как бы тусуется. А как ты пришел вот к Рэдди, к дэнс-холлу, вот альбом «Дэнс-холл Мания»? Я на самом деле шел к этому с первого альбома. Вот у меня там были «Warren of the Buck», третий альбом был. В общем, я как бы шел к этому 15 лет, и вот сейчас только-только вот начал делать это профессионально. То есть я могу приехать на там любой ямайский башмент, и там... И там ты будешь свой. Да, и там как бы они аж рты открывают, такие, да ладно, не может быть, как вообще белый, типа... Они все, ты что, типа, еще один джуниор гонг, типа, ну... Это очень круто. Марли, а я говорю, ну как бы нет, я вообще, типа, не отсюда, извините. Вот, ну, в общем, позитив полный, то есть как бы... Мастерство дает о себе знать, и пока люди как бы очень уважительно к этому относятся. А еще каким-нибудь стилем не хотел заняться? Ну, у меня сейчас много экспериментальных всяких треков, ну, да, я да. сегодня ставил, разные сессии. 10.33. Вот, а 10.33 сейчас выходит ремикс от El Bizar, короче, такой тверковый, вот, потом я много сейчас трэповых треков сделал, то есть ради эксперимента. Drum and bass, хардкор, электрохаус, дабстеп. В общем, все стили я пытаюсь охватить вместе с речитативом, поскольку, ну, как бы я пишу ритмы в основном, вот, а музыку пишут партнеры. Вот, потому что я считаю, каждый должен заниматься своим делом. Вот, хорошо, когда человек и музыку, и тексты делает, но тогда он отнимает хрейк там тех, кто делает музыку. Говоря, да, всему становится битмейкеры и продюсеры неинтересны. Ну да. Вот, поэтому я стараюсь как бы, ну, для развития культуры, вообще музыкальной, в общем, не хип-хоп культуры, а общей музыкальной культуры. Вот, потому что сейчас очень много ширпотреба, вот, по телевизору практически все, кто выступает, там никого показывают, они никто не пишет тексты, никто не сочиняет музыку, вот, они как бы полностью сделанные проекты. Вот, что там, даже в хип-хопе, что брать там, не знаю, там всяких жиганов там и так далее. И, ну, я видел, как они записывают треки, там, им записывают, они поверх зачитывают, потом там чужой голос убирают, и все, они крутой трек сделали. В общем, как бы, сейчас большинство так вот этих вот рэперов работает. Ну, ты много выступал за рубежом, как ты можешь оценить вот российскую музыкальную индустрию? Она отстает или она просто совсем по-другому развивается, или как? В андеграунде мы диктуем тенденции, то есть в поп-культуре она серьезно деградирует. Деградирует? Да, то есть, ну, сейчас полный бред происходит, ну, то есть все, что там по телевидению показывают. Ну, то есть, допустим, такое ощущение, что начался новый проект по деморализации молодежи. Вот, то есть меняемых персонажей, умных, и, ну, как бы с грамотными текстами задвигают всячески, а говнецо всякое, ну, которое засоряет просто мозг ненужной информацией, как бы по максимуму крутит. Вот. В общем, непонятно, к чему это все приведет. Я сегодня уже об этом говорил, что если вы в одном месте зажали крантик, то в другом надо, короче, подпустить, а иначе как бы может рвануть. Да. Вот. Ну и, соответственно,
печально все. В России все печально. В плане музыкальном, в плане... У тебя в последнее время проскакивает много политических тем, затрагиваешь. Ну, это просто жизнь, как бы. Я вообще политику не люблю, политика грязь. И в последнее время политика, такое ощущение, что полностью деградировала. Вот, в общем, они всячески пытаются нас выставить, не знаю, криминальными какими-то единицами, рабами системы и так далее. В общем, в России все живут одним днем, никакой стабильности, о которой они там рассказывают, нет. Ты считаешь, что музыка, она должна доносить какую-то идею, это должен быть какой-то манифест, какая-то прокламация, что-то до людей должно дойти, сообщение? Это свобода мысли, свобода слова, свобода действий, внутренняя свобода самовыражения, вот, ну, как бы, мои главные цели, как бы, музыки, плюс философия, философия жизни, правильные какие-то вещи, которые я могу высказать в текстах, и те, кому это близко, и те, кто ищет свой путь, они могут с этого что-то почерпнуть, как бы, да, интересного, нового, как бы, без негатива. И поскольку наша передача называется «Формула хип-хопа», я не могу тебя просто не спросить, какова твоя формула хип-хопа? В чем успех в треке должен быть? В чем он должен быть привлекательным? Я тут недавно думал, как бы, над этим. Вот 10.33 я написал в тетрадке. Вот, я сейчас, ну, частенько пишу тексты в компьютере, вот, и очень редко... А минус уже был в этот момент, или ты просто сначала написал? В последнее время в тетрадке минус был, вот, но я заметил, что то, что ты пишешь рукой, становится, ну, оно более живое и работающее, нежели чем то, что ты пишешь в компьютере. Вот, это как то, что написано пером, не вырубишь. Рукописи не горят. Да, вот, поэтому я считаю, главное — это не забывать писать рукой. Это связь напрямую с духовным. Вот. А компьютер, он все-таки, наверное, немножко холодный такой, как бы, вид написания текстов. Поэтому, ну, пишите сами, пишите от руки. И главное, как бы, не обламываться и делать свое дело. Чем дольше ты его делаешь, тем профессиональнее ты его делаешь. Вот, то есть я, ну, 15 лет спустя понимаю, что, как говорили, кастом все приходит с опытом. Спасибо тебе за ответы, очень интересно. Спасибо, Кирилл. С вами был Децл. Это «Формула хип-хопа». Смотрите, слушайте. Yeah.